Здравствуйте, в эфире «Метеопрогноз». Расскажу о нем я, Ольга Гайдабура. Спонсором прогноза погоды является магазин «Теплоэлектроцентр». Предлагает вам энергосберегающие электрические обогреватели «Степ». Низкое потребление энергии, простой монтаж, гарантия 12 лет. Электрическое отопление – отличное решение для любых помещений. Отопительные панели «Степ» для дома, дачи, коттеджа, торговых точек. С нашим отоплением вам не нужен газ. Звоните 8-917-270-52-95. В воскресенье 25 сентября в Набережных Челнах днем пасмурно, возможен небольшой дождь. Столб термометра покажет плюс 15 градусов, ночью плюс 10, также возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный. Северо-западные 2 метра в секунду. Прекрасного настроения. Смотрите прогноз погоды на нашем телеканале Челны ТВ.